8 августа в городе Астана в рамках укрепления сотрудничества и развития информационного пространства Центральной Азии состоялась консультативная встреча уполномоченных органов по вопросам СМИ стран Центральноазиатского региона. Консультативная встреча министров информации стран Центральной Азии, на самом деле, одна из самых первых, в которой мы хотим обозначить контуры нашего дальнейшего сотрудничества, поскольку мы полагаем, что именно данная встреча станет импульсом по обмену опытом, по взаимодействию различных проектов, целью которой является создание единого безопасного информационного пространства. В мероприятии приняли участие представители уполномоченных органов Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Кыргызстана. В ходе встречи представители стран обсудили меры по повышению медиаграмотности и борьбе с распространением фейковой информации. Была подчеркнута важность совместных усилий для противодействия глобальным вызовам в медиаотрасли. Стороны также договорились рассмотреть возможность по созданию Центрально-Азиатского телеканала и региональной медиаплатформы.